очень полезно для здоровья, а детям сейчас очень не хватает вот этого вот побегать на улице, пообщаться с друзьями. Командная военно-тактическая игра нового поколения «Лазертаг» из года в год становится все популярнее. В Щелкове она набирает обороты в весьма уверенном темпе. Так, на областной турнир, который состоялся на территории центра «Романтик», приехали команды практически из всех школ округа, а также студенты Щелковского колледжа. За титул чемпиона хозяева боролись с гостями из 7 муниципалитетов – Балашихи, Королева, Пушкинского, Лосино-Петровского, Мытищ, Богородского и Воскресенска. Командные игры проходили на двух площадках. На одной встретились ребята от 9 до 13 лет, на другой от 14 до 18. Для младшей группы площадка более маленького формата, потому что все-таки ребята понимают, что физическая подготовка не такая, как у старших ребят. А у старших ребят, да, она гораздо более протяженная, с большим количеством укрытий и сложностей. Снаряжение «Лазертага» – его особенность, то, что выделяет тактическую игру среди других. Здесь нет сложной защитной экипировки, зато есть специальные датчики и лучевой имитатор оружия. Оно абсолютно безопасное. При попадании в датчик никаких болезненных ощущений или травм игрок не получает. Оружие стреляет инфракрасным светом, как пульт от телевизора. У них на голову одет датчик, который чувствует попадание автомата. Автомат – это является компьютером. Соответственно, повязка и автомат связываются с друг дружкой по Bluetooth. Их задача добежать до центра живым и захватить контрольную точку, параллельно отстреляв воинов противника. Есть среди участников новички, но и немало тех, кто давно увлечен лазертагом. Олег занимается в центре «Романтик» уже несколько лет. Еще школьник, но на этот раз у него ответственная и почетная миссия – быть судьей, следить за ходом соревнований и соблюдением правил игры. Следить за честной игрой для того, чтобы всем было весело. Это командная игра, потому что в точке без команды ты просто проигрываешь. Если вы не играете вместе, слаженно. Самое главное в такой игре – проявить командный дух. И у ребят это получилось. Щелковские спортсмены команды центра «Романтик» стали чемпионами в младшей и старшей группах. Так держать. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.